все нормально, дали поиграть. Молодые у нас. Поотрабатывали свои взаимодействия. Уралочки тоже молодые, девчонки. Пытались дать бой. Неплохо вроде у них получилось. Боролись они. Мы пытались настраивать, чтобы не было никакой расслабленности. Потому что это всегда чревато травмами и потерями очков. Поэтому пытались настраивать, как получилось. Вроде неплохо. Все-таки это не основная команда «Уралочки», поэтому ну, нам надо было брать свои очки, и мы это сделали. В принципе, наверное, говорить тут особо не о чем. Честно, я очень удивилась, да. Я ожидала, что сегодня будет праздник волейбола, а его не получилось. Ну, как вы знаете, что у нас в Екатеринбурге объявлена эпидемия, закрыты школы, детские дошкольные учреждения. И нашу команду также коснулась эта эпидемия. Некоторые приболели, некоторые восстанавливаются после болезни, поэтому они не смогли приехать в полном составе сюда. Ну, в этой игре мы посмотрели наш действительно ближайший резерв. С точки зрения, конечно же, игроки, как наши перспективные, сыграли достаточно и неплохо. Было самое главное желание было. Были свои ошибки, которых ну, мы не смогли, скажем так, от них уйти. Но в целом, как бы команда выполняла ту задачу, которая была перед ней поставлена.